Привет всем! Продолжаем мы откачивать мед. Еще два домика сегодня посмотрели. В этом году мало меда. Лето было сухое, дождей не было, поэтому меда мало вот здесь забрали. Так вот здесь цветет у нас кариопсис желтый. Вот это вот пенстемон, который садили в этом году, такие не очень. Вроде кустик так неплохой, но цветет вот так вот не слишком. Всего вот одна-две веточки. Амарант вот немножко насеялся. И вот с этого домика тоже забрали. Это рой от того дома. Тоже вот так они немножко летают. И вот такие вот огурчики собрали. И в теплице, и на грядке есть. Такие ровные, гладкие. Есть с пупырышками. Такие вот хорошие огурчики. Именно для засолки. Набрали вот ведерко гороха. Сверху обычный такой горох, а ниже весь фиолетовый. Тут горох, сейчас я вам покажу. Очень он урожайный. Он растет. Фиолетовый горох. Вот гороха просто очень много. Для консервирования, кто замораживает, очень хорошо он подходит. И такой симпатичный. И в то же время тут очень урожайный. Такой вот целая россыпь горошин, крупные все, высокий он. А вон там растет обычный такой горох. Сейчас тоже его покажу. Вкус завалился. Такой вот обычный. Ну тоже он вкусный, урожайный. Такой горошек. Тут тоже вот все в горошке. Вот там опять фиолетовый пошел этот горох. Там вот такой вот урожай гороха в этом году. Ливень такой пролил у нас. Все слило. Всю ночь и весь вечер вчера шел ливень. Поэтому вкусный такой замечательный горошек. Сейчас пойдем его перебирать и какой-то так поедим, а остальное будем замораживать. Вот такое вот сегодня небо. Дождик идет. Гроза. Вот такой вот горох. Это фиолетовый. А это вот обычный такой вот зеленый. Сладкий горошек. Ну вот дали пчелам сахарного сиропа. В этом году не урожай меда, поэтому, ну, в принципе, как и всегда, часть меда в гнезде ихного заменяем сахарным сиропом. И получается, что пчелы зимуют, ну, где-то 50% мед. 50-60, а остальное сахарный сироп, который они перерабатывают. Также они его запечатывают и зимуют. Вот такая вот в этом году рябина. Все увешано ягодами. И вот так вот тоже свисает калина. Такие грозди. Ну вот поэтому в сравнении с прошлым годом, конечно, меда в два раза, наверное, меньше. Лето было сухое. Дождей практически не было, засуха. Поэтому не урожай медовый. Ну вот подготовили, получается, только два домика. Будем потом их докармливать, они сироп этот забирают. Если им еще нужно будет, еще
Немножко дадим. Да в каждую семью где-то по 2,5 литра дали. Ну, семьи небольшие, не маленькие, такие средненькие. Пчелы в них достаточно. Переработают, и все у них будет хорошо. В этом году получается 15 ульев у нас. 9 домиков было и 6 раев. 15 уликов. Ну и осталось нам посмотреть 13 домиков. И также их подготовить к зимовке. С 2 ульев вот получилось всего 9 литров меда. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока. И всего вам самого-самого доброго.